Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы играем в Corpse Party. Очень часто предлагали эту игру, и вот, собственно, мы в ней играем. Я сам очень хотел в ней сыграть, но проблема в том, что этой игры нет на ПК, поэтому я пришлось изрядно повозиться с эмулятором. И что я хочу сказать, когда ты играешь на эмуляторе, может случиться что угодно. Игра может и вылететь, зависнуть, пропасть звук. В комнате может появиться сатана в балетной пачке, пробудиться Ктулху от тысячелетнего сна. Это, в общем, грозит это довольно многим, так что я не совсем уверен, как будет идти запись. И, собственно, все. Давайте начнем. Звук как-то работает очень странно, я попытался его уменьшить по минимуму, но не вышло. Ай, да, еще одно. Почему-то мой голос записывается только по одному каналу, то есть слышать вы будете только в левом наушнике, скорее всего. И я еще не знаю, чем вызвана эта проблема, поэтому... Как же громко. Поэтому нам еще с этим разбираться и разбираться. Ну, как будто не... Я постараюсь сам говорить погромче. Сачи, моя гордость и наслаждение. Она сделает для меня все, что угодно. И я не думаю, что она когда-либо... не успел я прочитать. Увы. Но я все еще люблю ее всем моим сердцем. Я слышу какой-то треск в наушниках. Не сможете ли услышать вы? Я не договариваюсь, что где-то озвучка, я работаю здесь озвучкой, как бы то ни было. Был дождливый вечер после школы. Ну вы просто совсем как этот. Сбегая вниз по лестнице, добрый учитель потерял равновесие. Она споткнулась, она упала, и она умерла. Логично. Вы все слышали эти истории, не правда ли? Перед тем, как Академия Кисараги была здесь построена, здесь была другая школа. Она называлась... Не всем понятно слова, начале школы. Кажется, вещь исчилась. Кто есть принципал? Да я... Так, прошу прощения, ладно, не важно. Случилось нечто казус. Ладно. Вот здесь о школе так, словно она была его ребенком. Понимаешь? Но одна вещь проявила другой после инцидента. И в конце концов решение было принято. Школа была закрыта. Даже принц это что-то вроде директора. Предположим, директор был так горячим потерей своего прелестного дитя, что он в день его закрытия... Он скарабкался на крышу и сбросился вниз. Ну и умер. Как ни странно. Вот такая вот история, значит. Заслушаем. Люди думали, что школа была проклята, понимаешь. Это была лишь последняя из многих смертей, случившихся здесь. Вот потому-то ее и закрыли. Хотя... Они говорят, что учитель, который упал с лестницы, все еще не имеет ни малейшего понятия, что она мертва, даже в эти дни. И дошли вчера, ну совсем как эти, после того, как школьный день подходит к концу... Некоторые утверждают,
что на броде по этим темным коридорам, все еще веря, что она жива. Или не совсем верно перевел. Неважно. На самом деле, сейчас как раз время для нее заняться этим. Как раз после 7 вечера. Вот тогда-то она и появляется. Всегда сопровождаемый внезапной темнотой, из-за которой все здание становится темным, словно ночь. Тук-тук, ты слышишь? И черноты. Представляешь звуком двери класса, медленно открывающейся. Ее бледное белое лицо просунется сквозь проем, и мягкий голос, который всегда отзывается эхом, задаст следующий вопрос. Кто-нибудь здесь еще есть? И потом... Прошу прощения. Это было неожиданно. Ну, я думаю, он замечательно озвучил за меня. Темно стало. Сатоши! Мо, огромный голос, дасанай де ё! Сатоши, соберись, не пугай нас вот так. Датте са! Но было же страшно. Яда! Нани коре? Мне это не нравится. Этого не должно происходить. Те га кондер на, Синозаки. Неплохо, Шинозаки. Ты даже стал мне поверить во все это на секундочку. Хатаси занай! Коко ни ита джан! Хонтони кейден да йо! Но это было не я. Я все время стоял прямо здесь. Это и правда неожиданное совершенно затемнение, блин. Ты потряси это точно. Кто-нибудь еще это слышит? Походу, этот звук идет из музыкальной комнаты. Кто там? Это почтальон Печкин? Сейчас будет весело, я чувствую. Да не может такое быть. А еще взгляните на это. Семь типичных японских школьников. Типичные японские школы рассказывают типичные японские страшилки. Мне нравится это развитие сюжета. Нет, но когда появляются японские школьники, это всегда значит, что-то произойдет. Как бы то ни было. Сначала темнота, а теперь дверь. Что-то, Сатоши! Нари шигами цитеру но ё! Да что не так-то, Сатоши? Соберись уже, тряпка! И отойди от меня, это... Моя грудь? Сман, не на кте! Прости, я не видел, за что я схватился. Конечно, не видел. Все вы японские школьники так говорите, но это знаю. Ладно, давайте оставим животрепещущие темы японских школьников. Говорю тебе, что это плохая идея оставаться здесь допоздна и рассказывать страшилки. Ой, Сатоши, акете ките кре. Эй, Сатоши, не хочешь открыть дверь? А? Да что это, ты чё, с ума сошёл, какая дверь? Джоши, минна брюттер зо. Кавайсо даро. Девчонки все трясутся в страхе. Разве это не терзает твоё сердце видеть их в таком состоянии? Омай га икэ ё! А чё бы тебе не открыть дверь, хорошая? Оре ва кавайсо да то омуанай. Ну ладно, это не терзает моё сердце. Омай на... Это вообще не очень-то тепло с своей стороны, парень. Геймплей? Ты, значит, наш главный герой? Окей. Ах, как громко. Так, ты. Ты ничего не хочешь мне сказать? Может, ты хочешь мне что-то сказать? Пока не начнутся трэш и угар, у вас есть время что-нибудь мне сказать, собственно. Но никто не хочет мне ничего не говорить. Кто-нибудь здесь? Идите домой, детишки, вас ждет мама, и папа, и дядя, и все остальные.
сколько можно. Мне так нравится эта звучка. Бикуришта! Я напугала тебя, Миш, или? Юй, сенсей! Юй? Сенсей! Эй, сенсей! Шинозаки-сан! Шинозаки! Эй! Тайсеку! Вообще замечательно. Я назову это просто оглушительным успехом. Я Сенсей, тайминг баччири! Сенсей, ваш тайминг не мог быть лучше. Датэ-ни-коно-гакко-но-оджи-жанай-кара-не. Коно-нана-пшиги-ни-цуйте-ва-аташи-мо-куаши-н-да-ё. Я и сама недавно была здесь студентом. Даже когда приходит к семье Жеваньки и Сарайки... Да, я не очень въезжаю в эту фразу. Сатоши. Сатоши. Мочида-кун, Сигени-йори-му-реакшн-хакамо! Я думаю, реакция Шига была просто бесценной. Но твоя вообще на совершенно другом уровне. Оре-мо, сасугани, соно-хики-даши-ва-най-на. Это было довольно впечатляюще. Я даже на есть не соревноваться с этим. Как всегда. Машида всегда получает. Машида всегда лучше реакции. Я просто люблю это, когда мои страшилки так хорошо проходят. Это просто сладко. Не знаю. Хоррор-мания-но-инчо-нанте-кита-кото-най-йо. То не всячок, когда не слышал о таком классном, не знаю, руководителе, это можно с какими-то садистскими шуточками, а? Гомене, Мочида-кун. Демо, чё-то кюн-то-счё-то. Прости, Машида, но я не могу отрицать. Твоя реакция была вообще довольно забавной. А, сори-юри, кавайи окек-сан га китэри ва ё. Ну, если ты ссорила с их пранков, я тут встретила в холле одну достаточно интересную персону, которая пришла видеть тебя. Чего? Хора! Сонна токоро не найде! Чё там стоишь? Входи, он прямо здесь. Здрасте все. Юка! Юка! Что ты делаешь здесь? Уни-чан! Большой брат следит за тобой. Мочида-кун га каса о васуретейру кара тте. Ваза-ваза тодоке ни ките курета митай йо. Похоже, Машу забыл свой зонтик этим утром. Но маленькая Юка пришла сюда, чтобы принести его. Сонанда. Сманай на, Юка. Да, похоже, я и правда его забыл. Прости насчет этого, Юка. Спасибо. Соно-ко, чью-то-бу-но-ко? Она... не знаю, что имя. Хачимемаште. Они-чан га ицмо... Рад тебя встретить. Мой брат всегда вот такой вот. Спасибо, не надо, мас. Ну, всегда очень добрый, имею в виду. Кавайи! Сатоши ни конна кавайи имото га иру тоа, сиранаката ва? Я даже не знал, что есть такая милая сестричка Сатоши. Аре, со даке? Правда? Я никогда тебе не говорил. Слышите най ва йо. Да ты и слова не говорил об этом. Они-чан но кото га... Дайски нам дел, да? Ты, похоже, и правда любишь своего большого брата, не правда ли? Да и конечно. Кишинума-то мешки арунда, не? Похоже, наша встреча раньше Кишинума. Наоми, райбару хицген да не? Эй, Наоми, похоже, ты нашла себе соперника, не правда ли? Нани иттеру но кана? Я уверен, я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Коно кучи? Коно кучи? Да... Ты вообще говорит самые сумасшедшие вещи, которые когда-либо слышал, что ничего дома. Хай, хай! Минна, мо 7-джи маваттеру ва йо! Каэру джунби шинасай! Перед... Я еще хочу понять, что звук я только что слышал. Лучше бы я их не слышал. Ну хорошо, уже
7. Да, уже 7. Даже позже. Кажется, уже время для вас всех играть по домам. Осирико-яно катазуке ва? Мада каритаку най. Нам обязательно? Разве мы не должны сначала очистить чего-то там? Для начала. Это будет позором выйти так рано. Коно мама ашита мо бункасай яресо да ё на. Да, вот с таким вот классом. Походу мы собирается быть еще один фестиваль завтра. Шинозаки-сан? Аташи га куру мае ни катазуке оварасете оку тте яксоку датта дешо? Разве это не то, что должны были сделать здесь? Вы обещали мне, что комната будет готова в то время, как я прибуду сюда, насколько я помню. Моу, сай кара. Ашита хаяку ките яринасай. Хорошо, уже становится поздно. Я считал, что вы уйдете сейчас и потом придете завтра пораньше. Хай! Да, мэм, мадам, мадмузы. Сорежа, Сузумото-сан мо, нагори оши кедо. Сузумото, я знаю, как тяжело говорить прощай. Муко ни итте мо, генки де не. Но я желаю тебе всего наилучшего в твоей новой школе. Я знаю, с тобой сидит хорошо. Спасибо. Сузуме-чан, инаку нару то самиши на. Тут без тебя все будет по-другому, Сузуме. Сузумото-сан нара сугу томодачи декиру ё, зеттай. Знаете, Сузумото, ты быстро найдешь себе новых друзей, я уверена. Хикоши тте итте мо, соу тоуку наси са. Фую ясуми нива, минна де асоби ни ику кара са. Да и не так-то далеко ты уезжаешь. Когда будут зимние каникулы, мы все нанесем визит. Соу да ё, сугу мата аэру моно. Ватаси-тачи зутто томодачи да ё. Да наверняка, не печалься так. Мы все скоро увидимся. Правда, очень скоро. Мы друзья навсегда, в конце концов. Мина. Ой, ребята. Они-чан. Мими. Оно-не-сан. Эй, брат. Тенкос-чан. Эта девочка что, отправляется в новую школу или как? Ага. Сегодняшний фестиваль был последним днем. Мина. Аригато. Спасибо вам большое. Всем вам. Атаси. Минна то эте. Хонто ни ёкатта. Я так рада, что вы все мои друзья. Минна но кото. Зутто вазуренай. У вас всяких особое место в моём сердце. И всегда будет. Генки де ярун да ё. Сузуми, позаботься о себе. Атаси ва ицума демо мимамоттеру кара не. Прошу прощения. Всё присматривается с тобой. Сейко? Сейко? А? Сейко? Зот. Мой дух направит твою тропу. Ксаба но каги кара. Ты не мертва, знаешь ли. Маю. Хора. Эгао да. Маю, давайте. Давайте увидим эти ваши улыбки. Минна де тотте. Хорошо, но как насчет того, что мы всех принесем снимок? Фотография так замечательна. Хайру, хайру! О, да, я правда хочу попасть сюда. Урмо! За вандализм. Вообще, может, это был казенность сейчас. Да я тоже. Оремо! Третьим буду. Якаму! Четвертой буду. Кто больше? Вон ту девицу будет не видно. Мне так кажется. Большой брат. Да. Тверзя реально классный, знаешь. Даро? Да, конечно, не классный, лишь мои друзья. Ахаха!
Чёдай, чёдай. А, дай мне, я хочу увидеть. Моришиге, кейтай ни окутте. Скинешь мне телефон, хорошо, Моришиге? Има минна ни тенсоу суру. Да, конечно, я вам всем это отправлю прямо сейчас. Сэнсэ! Ано не... Кажется, дождь начинается. Да, эй, сенсей, перед тем, как выбирайся назад, есть кое-что, что хочу сделать со всеми. Скажем. Уакаре но май ни... Коре... Ятте ии? Теперь, когда мы теряем... Сачко-сан! Когда мы теряем одного из нас, но отряд хотел заметить, Василий Бойца, вы не возражаете, если мы попробуем, что это называется... Сачико навсегда, нечто подобное. То есть Сачико. И что это за... бумажная кукла? Это что, еще одна твоя оккультистская штуковина? Да, замечательная компания здесь. Находите? Да, что-то подобное. Это, ну хорошо, это типа заклятие, которое нашел в интернете. В интернете ничего только не найдешь. Хорошо, что еще только заклятие. Если все правильно, то все мы будем вместе навсегда. Фибо, концовка вместе навсегда. Неважно. Или мы всегда будем друзьями, и, в общем, неважно. В этом-то весь смысл. А, так это заклятие. Я симптом заклятие. Умачинай! Да, мистическое заклятие. Я ритай! Наверное, чара сеть не заклятие, но я просто не хочу сейчас лезть никакие словари. Замечательно, я реально хочу сделать это. Сузумото-сан, умачинай тока, уранай тока, скидамоно, не? Я думаю, что на запись запущу ее на это заклятие. Эта девочка просто пристрастилась так. Вещам. Шикатанайка. А то мое хуже не будет. Минаи? Все к этому нормально относятся. Но я синпень. Я синпень. Моришиге-кун мои? Моришиге, ты тоже? А. А, ну я синпень, я тоже. Мне хуже оторваться от коллектива. Главное мнение общественности. Ну что же. Ну хорошо, мы готовы. Собираемся в круг, вокруг этой бумаженцы. Если вы повторяете, Сачико, мы умоляем тебя. Да, наверное. Наверное, правда. 7, 8, 9. Да, повторите 9 раз. Мачигатте мо ии кара, зеттай иинаушича даме да ё. Что такое флаб? В общем, не беспокойтесь, если немного не так скажете. Просто не останавливайтесь на полпути. Тонайру кайсу га ниндзю йори оукатта ли скунакатта ли суру то сиппай шичау раши кара не. Можно сказать, это один раз. Закажешь человека, который присутствует здесь, не больше, не меньше. Или заклятие провалится. Но, Шинозаки. А их и правда деть. Ну, Шинозаки? Сиппай суру то, то нару да? Что случится, если мы провалимся? Нанка, коно нингё кими ва арин дагэдо. Это кукла выглядит меня как-то... Не знаю. Ты не знаешь. Сиппай нанте юрусанай кара. Кия ирете ё не? Мы не можем провалиться. Просто делайте все, что вы в силах. Понятно. Ну, окей. Сорежа, икё. Ну ладно, давайте начнём. Все помнят заклятие. Сачко-сан, онегайшимасу. Кюкай да ё. Сачико, мы умоляем тебя. 9 раз. Ну. Готовы, начали. Сачико, we beg you, Сачико, we beg you. Пожалею, да повторяйте, а то и правда бесится на балетной пачке в моей комнате. Это было бы неприятно. Чанто кюкай тонайта. Все сказали 10 раз. И я сказал всего 2 раза. Короче, меня тут вообще ни при чем. Да. Но я симпень 10 раз. Ябе. Хаяку сусумете куренето. Кокоро но накаде мо икай итчимай соу да. Думаю, если у нас это не получится, то я выйти не буду этим жизнью. Может и нет. Те о новасте. Коно Сачико-сан нингё но докуде мо ии кара тканде. Половину фразы перевожу просто, пытаясь как бы угадать, что значит половина слова.
Ну ладно, теперь все подойдите к этой кукле и схватите за нее. Ну, где можете. Девятый лишний. Вы слабый звено, учитель. Так, вот так, да, я думаю. Вот так? Точно. Теперь держите ее очень крепко. Можете даже ногтями вцепиться, если вам нужно. Просто не позволяйте ей уйти. Не отпускайте. Будем тянуть ее, пока она не разорвется на 9 кусочков, хорошо? На счет 3. Раз, два. Почему она такую куклу не очень так хороша для того, чтобы разорваться на 9 кусков? Ну, хозяин барин. 3. Да случится магия. Парень, сколько можно? Уже не смешно. Ну ладно, чуть-чуть смешно. Ай, уцкаре-сама. Мина, соно камино кирихачу. У меня нет чувства юмора. Нет, но есть. Иногда. Ну, хорошо сработано, все вы. Теперь просто убедитесь, что этот кусочек бумажки будет в безопасности. Там заламинируйте его. Положите в бумажник, в сейф, куда-нибудь еще. Короче, не потерять. А, так значит, этот кусок этой куклы имеет какое-то значение, да? Ладно, хоть повторять словосочетание «Асимпень» — это слово «паразит» для меня. И пока у нас есть маленький кусочек цачика... Мы всегда будем связаны с нашими друзьями. В этом-то весь... Это и есть главная цель этого заклятия. Мне нравится с фразой «маленький кусочек цачика». Учитывая, что эта игра как бы хоррор, это хорошо не кончится. Да, это довольно круто, знаешь ли. Довольно круто, да? Это офигенно, просто невероятно как круто. Не, я буду просто невероятно аккуратно, чтобы не потерять мой кусочек. Спасибо тебе, Шинозаки. Я сохраню. Да, вообще никаких проблем. Только помни наше обещание, что мы все как-нибудь прошвырнемся вместе. Определенно. Хе-хе-хе. Ну ладно, я совсем не хочу этого говорить, но думаю, что сейчас нам и правда пора собираться и отправиться домой. Да, мэм, мадам, мадемуазель. И, кажется, и правда дождь начинается. Ну или землетрясение, один черт. Воу-воу-воу. Надо, ты кайдо, ой! Что за чертовщина? Похоже, да это, в общем, плохо все. Мои уши! Большой брат, я прислежу за тобой. Юка, скаватеру! Юка, держи за мою руку! Спокойствие, только спокойствие, дело житейское. Забирайтесь под парту, все будет хорошо. Теория. Хорошо не будет. Хаяка! Под парты, немедля. Да что за... Нет, такого не может быть. Это вообще по-настоящему происходит. О боже, я падаю. Сатоши. Наоми. На землю. Мои уши. Боже мой, это было так громко на самом деле. Реально, в этой игре что-то очень странно с настройками звука. Но я не жалуюсь.
Я могу и двигать. Это, наверное, просто растянуто. Приложи подорожник, и все пройдет. Наверное. Правда, я думаю, ты не сыщешь подорожника. А? Где? Я не дома. Не правда ли? Да не может такого быть. А что если не может быть? Все может быть. Оно же происходит. Так темно. Я едва могу что-то разглядеть. Это что? Да что происходит-то? Что-то вообще за место. Ага, и мы начинаем играть, да? И это... Так. Ага. Это Наоми. Ну хорошо, но эта катсцена вступления была настолько долгим, что его, пожалуй, хватит на целую серию. Потому что 30 минут уже прошли. Я думаю, что непосредственно саму геймплей перейдем уже в следующей серии, в принципе. Завязка, ну не знаю, но мне пока очень интересно, что же произойдет дальше, и я рад, что... Значит, прохождение, в отличие от параноик, это все идет как-то более смысленно, ну, в принципе, я сравниваю, по-моему, две достаточно сравнимые вещи. Ну, у вас параноик, это все-таки несколько из другого класса. А, и, кстати, перед тем, как я закончу... На VGPerson появилась еще пара хоров на RPG-мейкере, так что будет нам чем заняться после Core спать, хотя это прохождение, насколько я знаю, игра очень большая и затянется довольно долго. Как бы то ни было, с вами был Авангард, надеюсь, вам понравилось, и до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.